Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новая игра под названием Нубика против Про Паркур. Игра вышла совсем недавно, а также в следующих обновлениях стоит ожидать редактор уровней и режим онлайн, где вы сможете спокойно играть с реальными игроками, а также играть в те уровни, которые создали реальные игроки, либо же просто-напросто загружать эти уровни. Также имеется очень много различных скинов. Я даже себе купил новый скин, это Нубик. Но можете купить, на свой взгляд, любой, который вы захотите. Это не все. В следующих обновлениях будут еще больше различных скинов. Также в настройках можно поставить графику либо же низкую, среднюю и высокую. Я поставил самую высокую, и графика стала гораздо лучше. Сейчас даже вам это все покажу. Здесь 70 уровней. Я думаю, можно пока что 70 уровней попроходить, пока не вышел редактор уровней и режим онлайн. Ну что, погнали, вот такая вот графика, довольно-таки приятно. И что, поехали проходить первый уровень. Так, не прошли, опять не прошли. Не забываем прыгать, отлично. Ускоряемся, прыгаем, прыгаем. Все, я прошу. Также у нас есть вид от третьего лица. Нажимаем сюда вот, и вот наш Нубик. Сейчас поиграем от третьего лица. Прыгаем. Опа, еще. Отлично. На одном дыхании практически прошел. Мне не дают золотые монетки, потому что я уже эти уровни прошел. Но начал, ребята, все заново, чтобы вам показать эти уровни. А если честно, дальше просто все очень сложно идет, поэтому я решил проходить те уровни, которые для меня, по сути, не такие уж и сложные. Так, прыгаем. Ух ты, нифига себе, ускорился. Эй, подождите. Вот, блин, быстро. Вот, спокойно. Так, теперь прыгаем сюда. Так, не допрыгнули, к сожалению. Во. Прям на волоске, смотрите, вот это да, я просто мега крутой. Все-таки мы играем с вами на за Нубика, и как бы нам должно вести. Все верно, ребята, все верно, идет чики-поки. Продолжаем. Следующий уровень. Так, ну здесь все понятно. Прыгаем, короче, сюда вот, потом прыгаем сюда вот, сюда, и потом сюда. И потом вот сюда. Все, прошли. Четвертый уровень, теперь вид от первого лица, потому что он вообще очень крутой. Так, прыгаем здесь. Так, ну тут типа лабиринтик, но я его тоже без проблем прохожу и нахожу. А, вот она, точно. Подходим сюда, и все, мы прошли этот уровень. Поэтому, ребята, думаю, что давайте вначале поддержим разработчика. Все-таки как-никак первый запуск. И будем ждать редактор уровней и режим онлайн. Когда выйдет это обновление, я обязательно засниму обзор, потому что игра, по сути, прикольная, в стиле Майнкрафта, типа вот этот Нубик против паркур, то, что сейчас популярно. Так, от третьего лица, что мне лучше получалось, что ли? Подождите, вот так, вот, оху! Я сам даже и не понял, как я долетел. Так, не дергайся, не дергайся, все, спокойно, спокойно. И прыгаем сюда, я прошел тот уровень, а, я его, кажется, проходил. Какой я уровень не проходил? Я уже, если честно, забыл. Здесь что? Давайте вид от первого лица, чтобы мы видели с вами вообще, куда мы спускаемся. Так, отлично. Опять какой-то лабиринт. Я вроде заблудился. Нет, я вспомнил этот уровень. Я его проходил, поэтому, значит, я его тоже пройду. О, вообще легко. Следующий. Так, этот я вроде не проходил. Походу, его я не проходил. Ну, и сейчас его пройдем. Так, ой, я опять забыл. Поторопился. Здесь что, сюда? Ай. Да, ребята, нервы тут нужны, в принципе, стальные, если честно. Даже посмотрите на эту лаву, прям аж голова кружится, когда на нее смотришь. Так, давайте сюда запрыгнем, а потом мы сюда запрыгнем. И все, отлично, все, я же говорю, этот уровень мы с вами не проходили. И что, давайте еще один с вами пройдем и завершим обзор этой игры. Ну, а все-таки ссылочка будет в описании, если понравится эта игра, скачивайте и играйте. Так, вау, какой сложный уровень, если мы его еще, конечно, пройдем. Ой, отлично, спокойно, спокойно, держись. Держись, Нубик, держись. Здесь что, сюда? А, не долетел, блин, капец, сложно. Так, спокойно, спокойно, вот сюда надо, Нубик, сюда. О, молодец, прошел, просто прошел, ребята. А также, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Ну, на этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.